первым залом мы показали уникальные волосы плотов, впервые за все время, которые они у нас хранятся. И здесь огромная работа реставраторов, потому что воск очень хрупкий материал, и надо было устранить все повреждения, ну, провести большую реставрационную работу. И вот две большие витрины, даже не ожидали, что они будут так смотреться, интереснее даже, чем бронза. И для нас действительно была эта работа очень интересной, потому что вот Наталья Викторовна не сказала, вот хотя бы за моей спиной вот этот позорок, которая всю жизнь называлась «Русский воин» с Софией Кольчугиной. Ну, как-то никто тогда особо не возражал, вроде все правильно. Ну вот Наталья Викторовна как раз по архивным документам установила, что несколько вот таких скульптурных групп должны были украшать все устои Благовещенского моста. Просто этот проект не был бы тоже осуществлен, но и другим людей старались, по-моему, да, есть другой вариант, а в отделе рисунка обнаружились те варианты, которые Глоб предлагал, и так что мы могли провести даже атрибуционные советы и в скульптуре, и в отделе рисунка. И, в общем, это всегда интересно, когда выставка не просто, так сказать, какой-то визуальный ряд, а она дает возможность сотрудникам сконцентрироваться, да, и действительно найти новые интересные материалы, и то, собственно, музей существует. Только хранилище, да, и место, где на огромном сравнительном материале человек может сделать какие-то традиционные открытия, да, и это самое интересное, что есть вот в таких выставках графического плана.